Привет, я Animagic, и сегодня будет уникальнейшее видео, в котором я раскрою вам свои самые секретные секреты. Итак, моему каналу больше 9 лет. Я имею животных больше 11 лет. За это время у меня было 4 собаки, кошка, 2 хомяка, много улиток, муравьи. И уже много лет, когда я показывала вам в роликах дом, многие спрашивают, как так? Столько животных и так чисто. А недавно я у себя в Телеграме, кстати, у меня теперь там галочка, юху, устроила вопрос-ответ, и кто-то спросил, кто убирается в Magic House? Никто. У меня нет никаких уборщиц, несмотря на то, что дом достаточно большой. Просто у меня есть свои собственные секретики и лайфхаки, которым я научилась за больше, чем 11 лет с животными. Так, и еще у меня есть к вам одно предложение, давайте договоримся. Ты ставишь лайк на это видео, пишешь в комментариях, какое видео ты ждешь больше всего на канале, и очень внимательно смотришь ролик, потому что тут везде будут пасхалки. И самые активные лайкеры, комментаторы, разгадыватели, попадают в видео, да? Все честно, окей. Только не просите ролик про остров мертвых кукол, на котором мы уже были, все сняли, и, скорее всего, я очень скоро вам все покажу, возможно, на канале у меня в Бусти. Все ссылки, короче, в описании, ну и подписываться не забываем, потому что мы идем к 3 миллионам. 10 вещей, которые я поняла за больше, чем 10 лет жизни со своими питомцами. И первое, что я точно поняла в своей жизни, это то, что вещи питомцев должны храниться в одном месте. А если у вас животных много, лучше вообще, чтобы у них была какая-то отдельная комната. Вы спросите, как это связано, например, с уборкой, Аня? Напрямую. Серьезно, вот сейчас у меня в доме есть комната, которую питомцы считают своим пространством. Я их там кормлю, они там сами туда уходят спать, там хранятся все их вещи для ухода, аптечка, миски, корма и в том числе все для уборки. У меня даже на канале был отдельный ролик про это, можете посмотреть, как я все там сделала. И даже когда я жила в других странах или снимала жилье, пока не было своего, я всегда организовывала такое пространство, где будет храниться все, что связано с питомцами. Следующая вещь, которую я поняла в своей жизни, следующий лайфхак и мой секрет, короче, жизненная мудрость от Magic: не надо пользоваться ненужными вещами. Покупать лишнее, тратя на это свои деньги, которые можно потратить на что-нибудь другое. У входа в дом я кладу мягкий коврик. В чем фишка? Если собака или кошка заходит с улицы, и у нее грязные или влажные лапы, она, как бы основная влага и грязь остается на коврике. А потом уже можно просто помыть, если уже очень грязные, или протереть влажной тряпочкой лапки. Раньше я использовала всякие лапомойки. Геморрой, если честно, какой-то. Потом я какое-то время закупалась влажными салфетками специальными для собачьих лап. Я поняла, что это вредно для экологии вообще, в принципе, поэтому я решила этим тоже не пользоваться. Лежанки, если на них нет каких-то адских просто пятен, я тоже стираю, причем именно не сами подушки, которые внутри, а чехлы просто. И причем, если собака чистая, если вы вовремя ее моетесь, за ней ухаживаете, то грязи и шерсти на лежанке будет намного меньше. Еще одно мое правило – это всегда использовать качественные миски для еды, потому что, например, по моему опыту, керамика бьется, трескается, пластик царапается, портится. Металлические миски, они служат очень долго, с ними ничего не происходит, если они особенно из качественного металла. И их желательно мыть после каждого приема пищи, особенно если собака ест у вас влажное что-то. Еще за свою жизнь я поняла, что я против ковриков для еды, которые, вы знаете, стелят и на них кладут уже мисочки. Особенно это часто делают с кошками, с собаками тоже, их много продают в зоомагазинах. Во-первых, опять же, лишняя вещь в доме, не экологично, не всегда очень дизайнерски и эстетично выглядит. Надо брать этот коврик, мыть, вы тоже тратите время, проще реально взять влажную тряпочку, протереть это место, где кушает ваша кошка или собачка, и все. Игрушки тоже такая тема, очень часто, когда игрушки пачкаются или выглядят не очень, люди их просто выбрасывают. Если игрушка, ну, подыстрепалась или она грязная, ее можно постирать, привести в порядок. И, кстати, очень классный лайфхак – убрать на время, дать собачке другую игрушку. Собака забывает об этих игрушках, которые вы убрали, и вы потом их чистенькими, обновленными выдаете снова, и у нее снова как будто бы новые игрушки. Или у меня вот дома есть стеклянные двери, я думаю, что у многих из вас тоже, на которых остаются лапы кошачьи и собачьи, грязные вот такие вот следы. Просто обычным средством побрызгал, тряпочкой протер, это все очень быстро. Даже продают такие штуки защитные на двери, которые цепляются. Они, во-первых, портят вид, во-вторых, это опять очередная трата денег, в-третьих, вы все равно будете ее протирать и мыть, а так будет какая-то грязная фигня болтаться на двери, да? Если вы берете собаку из тяжелой семьи, со сложной психикой, с трудным детством, из приюта, например, взрослую именно собаку, а не щенка, у которой есть уже свои привычки,
вы должны быть готовы к тому, что эти привычки не удастся искоренить, и не всегда есть возможность перевоспитать эту взрослую собаку. Когда с нами жила Мишка, вы все помните, скорее всего, ее судьбу, если смотрите ролики, следите за каналом давно, как она там к нам попала. Помните, были съемки скрытой камерой, как раз вот в этой комнате питомцев. Она постоянно эту комнату метила, даже если очень часто гуляла, несмотря ни на что, несмотря на собак. Если у вас в доме сейчас живет собака, которая постоянно метит, писает, и вы никак не можете с этим справиться, то у вас может очень начать адски вонять дома. Если это делает кошка, я уж вообще молчу. Слава вселенной, наша киса Алиса этого не делает. Кстати, посмотрите обязательно видео про странные туалетные привычки кисы Алисы, которое было на канале. Дело в том, что если это будет просто мокрая тряпка, если вы возьмете, помочите тряпку и это помоете, то вонять не перестанет. Во-первых, тряпка сразу же будет вонять, и вам нужно ее срочно стирать. А во-вторых, на полу запах этот, он все равно впитывается, даже если это плитка. Так вот, что я придумала, чтобы с этим справиться? Лайфхачный секрет от меня. В ведерко наливайте воду и добавляйте в нее какое-то средство для мытья сантехники. Не просто жидкость для мытья пола, а именно какое-то средство для мытья сантехники. Самое простое из хозяйственного магазина. Любое, которое стоит недорого и продается везде. Нужно добавить примерно колпачок на ведро воды. Я оставляла ведерко с этим раствором рядом, и тряпка была прям в нем. И если Миша пописала, я сразу же брала тряпку из ведерка, вытирала и тряпку снова клала в ведро. И никакого запаха не было ни от пола, ни от воды, и тряпка сама не воняла. Я думаю, средство убивает бактерии, которые производят запахи, и все. Периодически раз в сутки или двое я мыла ведро с тряпкой, наливала чистую воду, добавляла снова средство и ставила заново. Это прям супер лайфхак при проблеме писания в доме. Это одно из золотых правил минималистов. Я прям стремлюсь к жизни минималиста. Иметь меньше, покупать меньше, тратить меньше. Лучше иметь одно хорошее, которое прослужит вам очень много лет, чем 5 говняных вещей, которые вы в итоге выбросите. Именно это я вот сейчас недавно и сделала. Я в какой-то статье недавно увидела такое. Если у вас много животных дома, то влажную уборку нужно делать как минимум один раз в день. Вот правда, все, кто меня сейчас смотрит, скажите, вот прям поставьте лайк или дизлайк, напишите в комментариях, поставьте плюс или минус в комментариях. Короче, вот что-то сделайте, как-то подайте мне знак. Вот вы, правда, серьезно проводите влажную уборку всего своего дома один раз в день? Серьезно? Ладно, может быть, это я такая ленивая, но я сразу про себя скажу. Мне лично было очень лень каждый день делать вот эти действия. Взять ведро, налить воды. Протираю чистой тряпкой пол, тряпка уже грязная. Ее надо сполоснуть в ведре. Вода становится в ведре грязная. В итоге получишь тряпку в этой мутной воде и размазываешь эту грязную воду по полу. Еще и постоянно в эту воду в ведре меняешь. Таскаешь туда-сюда это ведро. Все это, блин, руками выжимаешь. Там химия и грязь. Либо надо перчатки, потому что вся она на руках остается. Поэтому, да, мне было лень. Я не знаю, может быть, я самая ленивая, но вот скажите, у вас так же или нет? Так вот, что я сделала недавно, это мой личный секрет. И это 100% просто упрощение любой влажной уборки. Я купила на Wildberries вот такую классную штуку. Это швабра и ведро с отжимом Zetter Premium S. И в чем фишка? Это ведро 6,5 литров. Оно самое компактное из линейки Zetter. Оно всего 24 сантиметра в высоту и 13 сантиметров в ширину. В нем два отсека. Один большой для полоскания, а второй поменьше для отжима. Кстати, у других ведер вот эта внутренняя перегородка посередине. Поэтому отсек для полоскания, он не такой большой, а тут ее сдвинули, и воды для полоскания получилось аж 4 литра. Вроде такое маленькое, размер S всего, но мне вот этого объема хватает, чтобы помыть там 30-40 метров, считай, целая однокомнатная квартира. Причем, когда ты этой шваброчкой, она, кстати, очень неудобная, поворачивается на 360 градусов и пролазит везде, помыл часть пола, ты окунаешь ее в отсек для грязной воды, и там такая классная щеточка, которая вот эту тряпку от мусора, как раз волос, шерсти, она и очищает. Достаешь, и тряпка снова окей. Просто во многих подобных ведрах вот эти зубчики, они пластиковые и нифига не очищают, поверьте моему опыту. И вот ты ее отжимаешь и дальше моешь. Еще момент, тряпка очень качественная микрофибра, она впитывает много и крепится прям хорошо, не отваливается, и когда ее в ведро погружаешь, держится нормально. Я просто пробовала подобные другие ведра для уборки, и очень часто тряпка отваливается, насадка отламывается. Короче, качество не очень. И самое главное для меня в этом всем то, что руки не контактируют ни с тряпкой, ни вот с грязной этой водой. Слил ее потом еще щеточку помыл, тряпку и ведро сполоснул, и все. Ну и вообще, в принципе, очень качественная вещь. Хороший пластик, все детали очень годно сделанные. Приятно в руках держать. Ощущение такой дорогой, приличной вещи, а не какой-то фигни. И, конечно же, все
все, кто смотрит меня очень давно, знают, что я перфекционист и эстет, и мне очень важно, чтобы это было все эстетично и эргономично. Поэтому мне прям зашло, что она очень симпатично выглядит, стильно так вписывается в мой интерьер, занимает мало места, аккуратненько стоит себе, глаз не режет. Ну и, конечно, очевидно и объективно, что такой штукой приятно убираться хоть несколько раз в день, поэтому да, можно делать влажную уборку каждый день, так что всем, у кого даже нет животных, я реально как супер крутой лайфхак для уборки советую Zetter. Опять же, ссылку на все, что проверено лично мной, чем я сама пользуюсь в жизни, я оставляю в описании, как договаривались, пользуйтесь тоже на радость. Многие очень жалуются, что дома воняет либо псиной, как говорят, воняет мокрой псиной, просто пахнет от животных, и вообще, в принципе, не всем людям нравятся собачьи, кошачьи, вообще запахи питомцев. Так вот, реально для этого просто нужно делать чаще влажную уборку. Мыть все поверхности, пол, стирать одежду животных, их лежанки, их игрушки, в общем, их вещи, и самих питомцев тоже. Чем чище животное, тем меньше запах от него и меньше шерсти. Но про шерсть я очень много расскажу позже, потому что шерсть — это вообще самая адская проблема, у меня куча лайфхаков про это. Кстати, если у вас есть ко мне какие-то вопросы, вы можете задать их в комментариях. Может быть, я что-то не договорила, не сказала, не поделилась. Какой-то, может быть, секрет еще хотите узнать, обязательно спрашивайте. Я буду просто вам отвечать в течение часа, пока ролик выйдет. Следующая вещь, которую я поняла за свою жизнь, и следующий лайфхак, и мой секрет. Из 10 за мои много лет жизни с собаками, прежде чем мыть, нужно пропылесосить. Просто я знаю, что многие не пылесосят. Многие просто берут ведро, тряпку, идут, моют, и все. И больше грязи, больше размазывается грязи, шерсть, и мусор, и все такое. Я очень часто в роликах таких вот жизненных показывала, что у меня есть роботы-пылесосы. Они периодически ездят и вот эту всю грязь собирают. Это очень удобно. И часто остается просто помыть. За больше чем 11 лет с животными, поверьте, я убрала просто, мне кажется, тонны шерсти. И все, у кого есть животные, собаки и кошки особенно, знают, что такое шерсть. Она на диванах, на подушках, на мебели, на одежде, в углах, в доме, на полках даже, и, я не знаю, в трусах, наверное. Иногда у людей ее настолько много просто, что можно собрать отдельную собаку или кошку. Что мне дал мой личный опыт за все это время? Это то, что собаку нужно чаще мыть. Мытье, оно стимулирует линьку, и отмершая шерсть быстрее выпадает вся. И период вот этой линьки, он длится гораздо меньше, и значит, шерсти в доме автоматически тоже меньше. И с кошкой точно так же. Если у вас кошка нормально к этому относится, тем более сейчас есть куча всяких нормальных шампуней, нормальной косметики, которая безопасна при частом использовании. Я перепробовала все, что только рекомендуют, везде, где только рекомендуют, в интернете, в книгах, я не знаю. Просто воду с рукой, разные тряпочки, специальные насадки на пылесосы, резиновые обычные губки для мытья посуды, липкие силиконовые ролики, бумажные ролики, резиновые перчатки, даже скребки для стекол и скотч. И вот, чтобы вам все это то же самое не проделывать, я вам просто сейчас скажу, что реально из этого работает. Очень круто помогает вот такая вот силиконовая перчатка с пупырышками, с такими иголочками как бы. Минус в том, что шерсть остается внутри вот между этих иголочек, но плюс в том, что это просто очень убирается с нее пылесосом. А она просто офигенно удаляет шерсть со всего. Если вот эту перчатку вы просто нигде не можете найти, вот никак, то очень круто работает перчатка для вычесывания шерсти. Только это перчатка для животных, а вы используете ее против шерсти от животных. Ну и если ни того, прям ни другого вообще нет, то обычная, простая, резиновая, вот такая желтая перчатка, которая продается просто в любом магазине, тоже прекрасно работает. Вы ее вот так водички споласкиваете, ну, чтобы она влажненькая была. И шерсть прекрасно собирается. Я даже этот лайфхак проверяла в одном из своих видео. Ну, а что касается одежды, вот кроме вот этого стандартного ролика, вот этого бумажного, липкого, которым мы протираемся для одежды, ничего лучше за мою жизнь не нашлось. Но если уж вот на крайняк у вас кончилась эта насадка, то скотч реально. Кстати, у меня вот есть рубрика «Безумные товары», и кто-то в комментариях предложил сделать наоборот, антибезумные, то есть супер полезные товары. Если вам нравится эта идея, ставьте лайк. Седьмая вещь, это 8, Аня. Седьмая вещь, связанная с грязью и шерстью и питомцами, которые я поела за столько лет, и только опыт мне помог это понять, это то, что если у питомца есть много своих личных мест, свои личные пространства, лежанки, всякие местечки, где он может быть, он, ну, меньше шансов будет спать на ваших креслах, диванах, кроватях, а поэтому вы будете меньше тратить времени на уборку вот этой шерсти везде. Мне кажется, я очень много шевелю
руками видео, просто вот, да, слишком динамично. Короче, именно поэтому я стараюсь, чтобы у моих животных во всех местах, где им нравится проводить время, в каждой комнате было свое личное местечко. Восьмое, это прям огромная история, длинная, как с борьбой с шерстью. Я за больше, чем 11 лет с питомцами перепробовала просто огромное количество лежанок, всяких домиков, всяких вот подушечек, в принципе, тканей для мебели. Вот, например, я показывала как-то, что я покупала подушки вот из такой ткани, и к ним практически не прилипнет шерсть, их очень легко чистить. Вот такие вот лежанки, например, тоже очень простые в уходе. А вот какая-то синтетика, электризующиеся ткани и особенно войлочные штуки, вот сейчас очень много всего из войлока продаются, этих кошачьих домиков, они просто практически, вообще с них практически невозможно отодрать эту шерсть и их привести в порядок. Поэтому я от них отказалась, я потратила эти деньги зря. После того, как я много лет попользовалась разными чехлами для подушек, разной мебелью и проверила, какие только можно ткани, я поняла, что экономить на них не надо. Иначе всю жизнь будешь мучиться шерстью, и мебель будет выглядеть вечно грязной. Многие рекомендуют, чтобы шерсть легко было убирать, кожаные диваны, но я их просто ненавижу, простите, любители кожаных диванов. Для меня вот лучшей тканью оказался велюр. У меня два дивана с такой обивкой, и оба отлично очищаются, но это именно хороший, качественный, дорогой велюр, и это реально того стоило. С него легко чистится не только любая грязь и пятна, но и элементарно убирается шерсть, и она, в принципе, практически к нему не цепляется. Я прям лично рекомендую, если вы будете выбирать мебельную ткань и не хотите кожу, как я, берите качественный, дорогой велюр, и вы никогда не пожалеете. Потому что вот этот вот не шелковистый, а такой шершавый бархат, дешевый, грубый, негладкий велюр и всякие подобные бархатистые ткани, поверьте моему опыту, у меня очень много таких подушек всяких, и это прям капец. Шерсть на них цепляется тоннами, убирать ее потом очень сложно. Что касается таких типа эко-тканей, как хлопок, лен или вот рогожка, например, у нас в зимнем саду такой большой светлый диван из рогожки. Эти ткани все-таки немного сложнее в уборке, но в принципе резиновая перчатка справляется, это не такой ад, как вот этот вот дешевый бархат, но хуже, чем тот же хороший велюр. Из подобной же гладкой и нежной ткани, вот, например, Алисины домики и некоторые наши лежанки, она как бы скользит, и потому шерсть либо к ней вообще не цепляется, либо собирается очень легко. Почему это важно? Я думаю, вы и так понимаете, что чем легче шерсть с ткани убирается, тем больше времени вы сэкономите на уборке. И именно поэтому вот все задавали мне такой вопрос, так красиво и опрятно выглядит наш дом и все местечки животных. Девятый пункт, и он касается прям современного мира. Сейчас очень многие люди тратят на это деньги, я один из этих людей. Никакие супер-мега-технологии, прям вот я от них отказываюсь. Вот, например, я покупала за кучу денег специальный туалет для собак с пеленками, который типа автоматически их убирает и прессует какашки там, да? Типа таких же туалетов сейчас есть для кошек. Они автоматически убирают какашки в отдельный контейнер, из которого потом уже убираешь их сам. В итоге выходит вроде как, что нам экономят время на уборку. Но мы-то теперь с вами понимаем, что это абсолютная иллюзия. Вы все равно это все сами будете убирать и выбрасывать. Все равно вы будете это делать неизбежно. Вот в этом туалете, да, они отсыпаются в отдельный отсек, но вам все равно оттуда их придется выбросить, да, может быть, вы не будете там совком ковыряться, вы берете этот отсек и выбрасываете сразу из него, но все равно вы будете это делать. Вот в этом случае с туалетом собачьим, который прессует все это, вы тоже будете все это убирать, вытаскивать эту пеленку, вот этот контейнер, выбрасывать. Опять же, для этой штуки нужно будет отдельно покупать еще пеленки на таком же вот рулоне. Короче, я пришла к тому, что самые простые привычные вещи, они намного лучше и лучше работают. Собаку надо вовремя гулять. Если гулять возможности нет, стелить обычную пеленку. Если не хотите стелить пеленку, да, придется мыть пол. А кошке найти подходящий лоток и хороший наполнитель, который не будет цепляться к лапам, чтобы постоянно не прибирать его с пола. А чтобы не пахло, надо почаще убирать какашки из туалета. И наполнитель ароматизированный тоже хороший вариант. Посмотрите предыдущее видео обязательно. Там мы с Кисой Алисой тестировали очень классный натуральный наполнитель Smelly Cat, и это прям находка. Не нужны вот эти вот какие-то супер технологии. Десятая вещь, которую я поняла, она касается не только уборки за животными, а в принципе тоже уборки в доме и вообще хранения и организации пространства. Это то, что когда ты что-то берешь, нужно обязательно класть на место. И чтобы у каждого предмета в доме было свое место. Именно поэтому я вот так вот организовала комнату питомцев, что там у всего есть свое место.
А если у вас вот так вот все везде вот так вот лежит, вы также все это обратно туда и запихиваете. И раньше я делала генеральную уборку раз в неделю. Весь день просто херачишь, убиваешься такой за день, просто тратишь целый день на это. И то все не до конца убрал, и в шкафах все равно бардак, потому что ты такой, ой, да пофиг уже. Редко, но метко, что называется. А тут я поняла, что если у каждого предмета есть свое место, и каждый день уделяешь простой уборке там пыли, полу, шерсти и чему-то 15-30 минут в день, каждый день, то в итоге не нужно будет делать вот эту вот генеральную мега-уборку. Это называется поддерживающая уборка. Если делать ее постоянно, то не надо будет генералить. Я надеюсь, вы чем-то из этого уже пользуетесь. Если нет, то воспользуйтесь моими секретами. И вам поможет это видео. Ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Увидимся скоро в новых роликах. Пока!